Всем привет! Получила сегодня посылку с Милоопт. Вот такая коробочка. Вот, я ее раскрыла, так как одной рукой снимаю. Вот. Моя накладная с товаром. Заказывала пигменты и фосфорные. Такой мой заказ. Сделала на 389 гривен. Так, достаем. Фиолетовый флуоресцентный пигмент. Фиолетовый пигмент перламутровый. Он не фиолетовый, он коричневый. Так. Синий флуоресцентный пигмент, тоже не синий, а голубой. Вот, должен быть синий, а он голубой. Так, голубые жемчужные. Перламутры. Звездочки. Потом бордовые перламутры. Уже звездочки такой штук. Не надо здесь выступа. Так, лимонный флуоресцентный пигмент. Потом оранжевый. Белый. Так, вот такая посылочка, я ее разобрала. Вот такой товар. Единственное, что вместо фиолетового положили... Вот, фиолетовый, это фиолетовый, а это коричневый, это не фиолетовый цвет. Не знаю. Вот такой товарчик. С Милоопт заказываю часто. В основном товаром довольна, ценой. Все, спасибо за внимание. Всем пока.